А как так провинция отдыхает? Это же... Мы ведем свой репортаж из замечательного города, героя Минск. Берите на руки Беларусь. Казахстан! Казахстан, мы приехали! А теперь выступает Николай Валуев. Пару слов. Пару слов для истории. Питка, вот ты объясни нам один факт. Как мы тебя сегодня не потеряли? Не знаю, не знаю. Я, может, мало пью. Так бывает. Так вот, у нас 5 победителей и простых. Это самая знаменитая улица в Казахстане. Который знаменит своей самогонкой. Самогонкой проспект победителей? Сними истинного казахстанца. Вот как-то так мы едим, кушаем, отдыхаем. Все как бы круто, ништяк. Всем спасибо. Всем пока.